Фамилия, имя, отчество? Телегин Анатолий Валерьевич. Число, месяц, год рождения? 9 июня 1997 года рождения. А откуда родом? Киргизская республика, город Ош. Где проживаете? Республика Татарстан, город Альметьевск. В каких войсках служите? Первому мотострелковому полку. Должность ваша? Механик-водитель. Чего? Многофункциональный тягач легкого бронирования. МТЛБ. В какой части служите? 31-135 военной части. Расположение части? Московская область, Нарфоминский район, поселок Калининец. Это адрес, да? Да. Какие задачи ставились, когда ехали в Украину? Задачи ставились, как бы ехать за колонной. А по пути колонии уже сказались бы этот. Дальше говорились, типа, после прибытия в Украину тогда уже были задачи. Да. Конкретная задача, да? Да, конкретно уже были. Вы знали, что вы едете в Украину? Нам, получается, за 2 часа до выезда сказали, что мы в Украину едем. Зачем? Цель? Цель? Ну, точно не знаю, типа захватывали или даже просто... Захватывать Украину? Ну, не захватывать, но помощь Украине, типа Донбассу или... Но вы же не в Донбассе находитесь. Да, мы находимся вообще, потому что отстали от колонны. От колонны отстали. И нас обстрелял уже свой кордон. Когда вы пытались вернуться назад, да? Нет, это когда мы ехали в сторону Киева, а в итоге проехали до Сумы и обстрелял нас кордон. И в итоге пришлось машину бросить и уйти самим. И что, остаться в плен? Мы пытались сами как-то дойти до границы, но по пути попались. Какого числа вы зашли на территорию Украины? Так, если... Ну, примерно. 24-го. Угу. И с этого времени все время находились на территории Украины, да? Да. И что делали? Мы как бы 24-го попали... под обстрел. Мы как-то находились рядом с машиной, машину спрятали в кустах неподалеку от дороги, центральной дороги, и находились недалеко от техники, где-то день-два, потому что у нас были супайки, вот, питались супайками. Но пришли гражданские, нам, с несколькими выстрелами, нам сказали, типа, либо сдавайтесь, либо вас просто убил, не знаю. Поэтому мы бросили свои вещи, машину. Сколько и... численность в колонии, вооружение какое, какая численность колонны? Что шло? Ну, машины там? Впереди этой... нас мы не знаем, потому что мы ехали одни. Ну, примерно. Ну, я не знаю, там 40, может, машин было. Какая техника была? Танки, БТРы. Так, и... Уралы, по-моему, тоже были несколько. Личного состава примерно сколько? Я точно сказать не могу, но там человек 400, может, больше даже, я не знаю. Кто командир? Командир... Я знаю своего командира. Кто ваш командир? Свириденко Павел Иванович. Звание? Капитан. А кто вообще командир вашей части? Межуев. Вот, имя, фамилия. Звание? Подполковник. Что вы хотите передать своему руководству страны, воинской части, где вы служите? Помогите нам, пожалуйста. И я хочу вернуться домой живой и здоровый. Вот. И лучше... Я даже не знаю, что сказать.